Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня будем готовить вполне себе веганское постное блюдо. Надеюсь, оно понравится всем. Самое приятное в домашнем приготовлении – это то, что мы можем сами скомпоновать продукты по своему вкусу. Мы интерпретировали известное израильское блюдо баба-гануш. Нам понадобятся баклажаны, перец, черный кунжут, лук, чеснок, специи – все по вашему усмотрению, друзья. По рецепту нам нужно измельчить зерна зиры и кунжут в ступке. Но мы все знаем, что мы можем использовать процессор от миксера Mixi. В считанные секунды он справится с этой работой. Вы также, друзья, можете регулировать степень измельчения. Мы хотим, чтобы наша намазка была на зубок. Намазку можно подавать на лепешке. У нас сегодня отрубной батон. Мы его немножечко подпечем. Рекомендую использовать сковороду с облегченным дном диаметром 28 см. Согласитесь, друзья, нам не хочется загромождать свою кухню кучей гаджетов. И поэтому, если у вас есть сковорода, то, надеюсь, вы видите, тостер вам не нужен. Далее на этой же сковороде, друзья, мы подпечем наши овощи. Уверена, что достаточно трудно найти человека, который любит мыть посуду. Да, мы можем запекать овощи, баклажаны, кабачки, лук, перец, абсолютно без использования масла. Все это возможно благодаря свойствам материала, металла, из которого изготовлена наша посуда. Наша сковорода поработала сначала тостером, а теперь посмотрите, волшебный запах гриль овощей. Жаль, друзья, что не могу его вам передать. Насколько я знаю, баклажаны должны быть хорошо приготовлены, поэтому после того, как вы их запечете с двух сторон, накройте на несколько минут крышкой сковороду. Овощи готовы, и теперь нам поможет наш шеф-повар блендер ArtMix. Закладываем все наши ингредиенты в чашу, добавляем растительное масло, у нас масло авокадо, сок лимона, кунжут, любимые специи, соль и взбиваем. Используйте сначала низкую скорость, а потом ее можете увеличить. Мы не стали этого делать. Буквально несколько секунд мы измельчали и затем посмотрите, какая красота. Нам хотелось, чтобы структура была такой чувствительной. Кстати, по рецепту можно было добавить петрушку или кинзу. По вкусу можно регулировать количеством лимона или тахини, чеснока или зелени. Кстати, можно добавить воду. Все зависит от сочности ваших продуктов. Насколько вы знаете, наш ArtMix моет себя сам. И посмотрите, как легко отмывается наша сковорода. Просто налейте немного воды в еще теплую посуду и можете использовать абсолютно любые аксессуары для мытья. Сцептор – жизнь проще, вкуснее и здоровее, друзья.